Если при закручивании головки блока у вас сорвалась алюминиевая резьба, в этом видео я расскажу, как отремонтировать ее. Выкрутив болт и очистив его от остатков алюминиевой резьбы, нам нужно будет подобрать ремонтную резьбу соответствующего диаметра и длины. После этого удостовериться, что болт с легкостью в нее вкручивается. И перед тем, как высверлить остаток резьбы, вокруг отверстия намазываем солидолом, чтобы стружка не имела возможность попасть в масляные отверстия к головке блока. И здесь очень важно засверлиться на глубину длины шпильки. И после этого метчиком нарезать ремонтную резьбу. Многие после этого вкручивают ремонтную резьбу с помощью шпильки, что ни в коем случае нельзя делать, так как это нарушает ее целостность. Всегда используйте специальные инструменты из набора. И даже если ремонтную резьбу брали поштучно, соорудить направляющую с прорезью вам не составит труда и правильно закрутить ремкомплект в посадочное место. И только в этом варианте шпилька закрутится надежно и без усилий динаметрическим ключом. И если это видео было информативным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.